этого нам понадобится мука, сахар, масло, яйца, щепотка соли, дрожжи, теплое молоко. Теперь возьмем сухие дрожжи и распустим их в теплом молоке. Добавим щепотку соли и 2 столовые ложки сахара. Через 5 минут наши дрожжи заиграли. И теперь высыпаем муку, вливаем сюда молоко с дрожжами, масло, которое мы чуть-чуть распустили, 2 яйца. Теперь будем месить тесто. Я выкладываю уже готовое тесто на стол. Как видите, оно мягкое. Посыпаю обильно мукой. И еще буду месить на столе минуты 2. Смотрите, тесто как будто течет, но оно уже не пристает к рукам. Не забивайте мукой, чтобы не получилось упругое тесто. Откладываем тесто на целый час. Через час оно у нас вот так подошло. А теперь можете готовить пироги, пирожки, булочки. То, что вам нравится. Рецепт очень хороший. Я думаю, он всегда пригодится вам. А пока хочу попрощаться с вами. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забудьте подписаться. Те, кто подписаны, благодарю вас. Заходите ко мне еще. Желаю мира и счастья. До свидания. Пока-пока.